Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 30 сентября. И вот посмотрела сегодня за окно, почитала комментарии и даже вот так поежилась, потому что все пишут, многие уже -3, -2, даже более южные регионы, чем мы. Зима началась в сентябре у многих и вообще. Но я теперь каждое утро начинаю с зимнего огорода, включаю свет. Вот отодвигаю вот этот вот полок немножко и попадаю в другое измерение. Не поверите, сразу забывается о том, что на улице холодно. Райский уголок. Все растет, благоухает, радует глаз. И вот я заглядываю сюда. Я сейчас просто в окошко, вот в дырочку заглянула. Проверяю каждый день, хорошо ли им. Тут у меня еще выпариваются. Вот будут посадки. Вот будут посадки. Но сейчас я хочу ответить на один комментарий. Попробую не сильно растягивать и удлиняться. Ну, обычно, когда приходит комментарий, на который хочется ответить более подробно, вот рассказать. Ну как вы не понимаете этого? Вот сейчас это один из таких комментариев, на который я дам подробный ответ. Сейчас прочтем его. Вот вчера я сняла видео, где рассказала, что если бы мне дали... как изначально самой выбрать, то я выбрала бы палатку другого размера. И люди начали давать мне советы, как там более практично, более удобно расположить. И вот зритель Алекса, ну, тоже написала, думаю, в вашей палатке надо поставить стеллажи вот так-то, так-то. И в конце она добавила, только я не понимаю, зачем вообще эти палатки в квартире, где постоянная температура воздуха. Вы понимаете, что вот в таком формате ответы на вопросы зрителей сильно-то не разбежишься отвечать. Это надо печатать, будет каждому сидеть целый день. Я ей коротенько ответила, что у кого-то это постоянное, а у кого-то нет. При печном отоплении показатели скачут. Вот, например, мы когда топим зимой печку, мы когда утром затапливаем печь, муж растопкой занимается, у нас очень жарко. К вечеру температура опускается. Если на улице, например, -35, даже до -40 доходит, то пока он приходит с работы, дома становится очень холодно. Так что температура не у всех одинакова. Дальше я продолжаю отвечать. Да и основная цель этих палаток совсем другая. Создание особого микроклимата, обычного от наших условий. Больше света, выше влажность. Но на этом я остановилась. Но тема эта очень интересная. Я сейчас... Вернемся в палатку, и я продолжу. Вот как раз сегодня я заглянула и почувствовала, что здесь у них немножко суховато, и что им нужно повысить влажность воздуха. А в этой палатке сделать это очень просто. Я вот так вот увлажнила воздух именно локально, именно только у них. Сейчас поставлю бутылку. Ведь это у нас очень большая проблема, что у нас не совпадают условия жизни. Что это значит? Это значит, что нам нужен более сухой воздух, а растениям нужен более влажный. Им нужно больше света, а свет, который им нравится, вот эта вот ослепительная лампа, нам она слепит глаза. И когда мы выращиваем рассаду, вот у меня стеллаж прям один стоял в спальне у нас, пока была включена лампа, невозможно было на нее прям... реагируешь, но мешает такой яркий свет. Нужно было обязательно или закрывать ее чем-то, или что. А вот с этой влажностью это вообще очень большая проблема. Когда выращиваешь много лотков рассады, вот я сама через все это прошла, я уже рассказывала, и когда почва влажная, и когда еще делаешь им так, как хочется, особенно как любят салаты, смотрите, о, прелесть. Они любят иногда вот такое вот, особенно рассада огурцов, вот такое сбрызгивание, вот такие душики. Конечно, в своем жилище это сделать проблематично. Ты когда побрызгаешь рассаду около, рассады на листики, вся эта влага распространяется по всему нашему дому. И у меня муж был очень недоволен, когда я выращивала рассаду, у нас все плесневело. А здесь, вот я сейчас без боязни, без опасений брызгаю, потому что я сейчас раз, закрою их на замочек и все. Я считаю, что, ну это мое мнение, что производители палаток, они специально и делали вот эти вот непроницаемые вот эти вот пленки, оболочки. Тут идет и светоотражение, и непроницаемость, разность температур, чтобы можно было сохранить, и разные показатели влажности воздуха. Вот смотрите, во время выращивания массового рассада весной приходит очень-очень-очень-очень много сообщений. Что нужно этой рассаде? Я уже и землю хорошую дала, я уже там и поливаю ее часто, и все, и подкормки делаю. Все равно листья крутятся, что-то там не так растет. Но у нас обычно очень часто скручиваются листики вот так вот в кулачки от сухого воздуха. Вот именно поэтому сегодня, заглянув сюда, я увидела, что золотые яйца начали скручивать листья в кулачок. Видите, вот листик? Он не вот так вот, не как вот этот вот, а именно что загнутый. С ним ничего страшного, но он вот так вот загибается. И по утверждениям специалистов, они так делают или так. Летом даже лодочкой скручиваются, чтобы уменьшить площадь испарения листа. То есть или им не хватает влаги, или сильно сухой воздух. Но обычно вот в комнатных условиях от сухого воздуха листики начинают скручиваться. Именно поэтому я сегодня решила их обрызгать. И как раз вспомнила вот про тот комментарий и решила сразу и растениям хорошо сделать, и вам ответить. И вот когда поступают вопросы, что им надо, этой рассаде, что надо, иногда им очень сухо, иногда им очень жарко, иногда им очень холодно, а чаще всего просто наши условия, комнатные наших жилищ, совершенно не подходят растениям. Если начать говорить о посевах, например, смотрите, кто много лет выращивал перец, они знают, что температура для хорошего, благополучного, быстрого прорастания перца у нас называется 28-30 градусов, то есть выше, чем у томатов. И мы не всегда можем дать им такую температуру. Поэтому вот у нас, когда была холодная зима, когда-то в прошлом или в позапрошлом году, я делала вот этот, покупала кусок теплого пола, такую пленку, с подогревом, короче, были лотки. Потом мне еще выслали, посоветовали электроодеяло использовать. То есть мы всяческими способами стараемся повысить температуру, чтобы помочь растениям. И вот это сооружение для растений, как раз, если, например, во всем доме или в квартире бывает, что недостаточное отопление или что-то, но это я так уже, мысли у меня вперед, планы на будущее. Если у меня в доме будет весной недостаточная температура, мне проще вот в этой кибитке в одной локально включить какой-то подогрев, тот же теплый пол или электроодеяло, и она это поднять температуру для того, чтобы семена благополучно проросли. И это тепло останется только вот в этих квадратных метрах, тут несколько квадратных метров всего, и не распространится по всему дому, потому что иногда обогреть весь дом очень сложно и невозможно порой. Когда морозы трескучие в феврале, а перцы уже нужно сеять, и не знаешь, куда их приспособить. На окне им очень холодно. В середине дома тоже, ну, нет у нас таких условий. И вот я так подумала, что если я буду здесь выращивать рассаду, я перец поставлю или какой-то внизу включу подогрев, небольшой обогреватель, чтобы здесь было теплее, чем во всем доме. Я думаю, что производители именно об этом думали, когда вот такую вот изолированную делали палатку для растений, чтобы их условия отличались от наших, чтобы можно было создать им здесь идеальные условия. Потом проросли семена, все. Дальше у него нормальная температура, 23-25, он будет расти, например, перец. Тогда можно обогрев убрать и уже не подогревать. То же самое... Вот, например, если только томаты выращивать, у них они, например, прорастают при одной температуре, потом, когда только петельки появляются, надо понижать температуру, и тут тоже очень удобно. Если во всем доме, например, у меня будет жара, жара несусветная, бывает, что теплая погода, можно вот этот вот, как бы, как он, саркофаг закрыть, и сюда уже тепло от отопления, от труб попадать не будет, здесь уже будет... более пониженная температура. Ну и про влажность говорить нечего. Вы сейчас сами видели. Я сейчас обрызгала. Сейчас закрою вот эту вот избушку на клюшку и пошла. И я буду знать, что сегодня в течение дня у них влажность намного выше, чем во всех моих других комнатах. Не буду же я смачивать, когда вот выращиваю рассаду, например, стоит стеллаж. У меня стеллаж стоит в спальне. И я там очень зачастую не могла не сделать ни опрыскивания, ни повышения влажности воздуха, даже когда вот эти вот крутились листики в кулачки. Как я могу в спальне опрыскивать? Подушки сразу пуховые впитают в себя, сразу впитает в себя одеяло влажность, вещи в шкафах, шубы. Те вот вещи, которые гигроскопические, они сразу моментально лишнюю влагу в себя тоже возьмут. Это чревато, поэтому мои томаты в сухоте томились. И вот лук, кстати, зеленый, вот сейчас я лук на зелень выращиваю, вот здесь у меня сейчас вылезут огурцы. Вот луку, огурцам, салату обязательно нужны вот эти вот опрыскивания, они тоже влаголюбивые, им нужен хороший такой полив регулярный. И здесь можно создать все вот такие условия. Ну вот, как всегда, обещала ответить коротко. Если ответить коротко, для чего нужны эти палатки и что нужно этой рассаде, когда вот она, например, все с любовью относимся и ухаживаем, но она не растет. Иногда им нужно всего-всего маленько. Чуть-чуть температура выше или ниже нашей, и влажность выше, и свет выше. Короче, им нужны свои индивидуальные условия. И я думаю, что вот в таких устройствах, которые отдельно, это домик для рассады, это их личная жизнь. Сюда нам, может быть, здесь и не понравится. Я сюда захожу, мне то здесь сильно солнечно, сол это режет, то мне здесь как-то немножко влажновато, начинает лицо потеть. А им-то это нравится. Все же сделано для них, любимых. Вот еще один нюанс из жизни растений. Все, до свидания. С вами Ольга Чернова была, моя огородная азбука. И мой зимний огород благоухающий. И, как бы сказать, очередной мой антидепрессант. Когда посмотришь на улицу и жить не хочется от этой сырости, слякости и холода, зайду вот сюда и начну смотреть на зеленый цвет. Он успокаивает, жизнеутверждающий. Все, до свидания. Оттаскивайте меня от палатки.